Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тайгер Скиффи, у нас сегодня Крайзис, он же Кризис, он же Крайзис, он же, ну вы поняли, короче, Кукурузис, как кто-то мне говорил. Так, новая игра, рядовой офицер спецназ, а давай на офицере, чего уж там, начать игру. Так, эту заставочку мы видели, ну, наверное, еще раз посмотрим, почему бы и нет. Не, ну по идее костюмчик, конечно, клевый. Но человечеству, мне кажется, до создания такого костюма еще немножко надо поработать. Подраскинуть мозгами. Хотя, может, уже что-то почти подобное есть, просто мы об этом еще не знаем. Впрыскивает в кровь какую-то фигню. Даже не впрыскивает, она, походу, как-то впитывается, что ли. В общем, непонятно. Максимум стрэндж. Короче, вот такая будет у нас пострелялка. Шутер-пострелялка. Броня. Ну, это опасно. Типа обновился. Молодчик. Прям практически железный человек. Так, выгрузка или как он там? Короче, буду сейчас с самолета прыгать. Высадка. А сколько их таких красивых тут? Это же лучший из лучших, чтобы такой дорогущий костюм носить, надо заслужить. 7 августа 2020 года. 2020. Это еще что за фигня? 7 дней спустя. Так, острова Лингшан, Филиппинское море, 14 августа 2020 года. 2020 года. Говорит командир. Высота 8000, курс 90. На радаре помехи, возможно, гроза. Никак нет, командир. Грозовых фронтов в вашем районе нет. Все чисто, отбой. Вас понял. Значит, радар барахлит. 3 минуты до высадки. Да, конечно, барахлит. Эй, так, дома. Один, живой, два... Давай? Я третий. 4. Итак, слушайте, господа. 5. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся. Операция псих. Секретная. Задача найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет?
Это нам и предстоит выяснить. Пророк, псих. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судной экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Группа хищник, подходим к цели. Ждите зеленого. Ладно, парашюты, маски. После выброски держите со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание, 5, 4, 3, 2, 1. Пошел! Очки на резинке, такой костюм. Я в шоке. Все, я лечу. Так, приземляемся, в зоне высадки включена. Приземлитесь. Так, чтобы смотреться, переместите мышью. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно скопал. Ай, прибор ночного видения. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимание! Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. На Конституцию. Раскрытие по команде! Давай! Чё давай? Что за чёрт? Опа! Вспышка, помеха справа, помышка слева, падение. И запасного нет. Да ладно, у вас по 2 парашюта было. Что значит запасного нету? Так, перемещение вперед, назад, лево, вправо. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Вон кораблики какие-то. Кто-нибудь попал в зону высадки? Новое задание. Так, выберитесь на берег. Окей. Ацтек. О, вертолетик. Черепашка. Пашка, черепашка. Так, игра сохранена. Ты здорово ударился об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточно энергии. Отлично. Теперь все в норме. Так, удержите мышь, чтобы вызвать меню костюма. Ага. Максимум скорости. Так, найдите шута. Какой-то звуковой глюк был. Так, максимум скорости. Я могу максимум ничего? Максимум брони. Максимум брони. Это мне подойдет. Так, найти шута. Где он? А, вот это типа маркер, да, мне ведет. Стрелочка на карте. Ну, допустим. Так, ускоряться могу. Хорошо. Тут же будет противники. Не будет, а будут. Будет по ком пострелять. Чё там? Туру-ту-тум. Чё за ящик с коробками? Так, левый контр, чтобы присесть. Хорошо, я присел. F подобрать предмет. Какой предмет мне надо подобрать? Ага. Не. У него в руке бутылка такая маленькая. Чё, даже не разбилась? Т рукопашный бой. Допустим. Не. Режим модификации оружия. Так, фонарь, глушитель. Все поставил, да, фонарь? Что там еще? Тактический блок.
Так, выберите усыпляющие пули, нажмите X при использовании тактического блока. А, переключение, да? Ну, такое себе. Ладно, это нам не надо. Фонарик нам пока что тоже не надо. Так. И прицел тоже желательно. Спасибо. Прыжок, пробел. Будь осторожен, Номад. Впереди противник. Дынь. Был противник и нет противник. Он же там один был. Это что, это наше? Так, какой там наше? Одни вражины. Недостаточно энергии. Что значит недостаточно энергии? Патроны на калаш. Пускай будут. Так, а мне куда надо идти? Еще шагать и шагать, походу. Пророк, это Ацтек. Как слышно? Слышно хорошо. Доложи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. А, я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Сейчас вытащим. Дядя Ацтек. Застрявший в деревьях. Так, где ты там застрял? Номад, давай сюда! Нашел шута, да? Как тебя снять, шут? Где он вообще? Давай, пошли за Ацтеком. А, вот он. Пророк, я тут не один. Что у тебя, Ацтек? Корейцы, четверо. Помогите Ацтеку, Митер. Пошел. Нет, но они близко. Секунду, что-то... Походу ему крышка. Есть у меня такое предположение. Ну и не убоись. Помоги ему. Так, живо к нему, бежим. Или бегим. Так, промазал. Черт, что это? Где это? Где он там вообще есть? Ты б маску лучше одел. Шут. Боже, что же тут случилось? Поубивали всех. Прикинь. Ты слышал? Не нравится мне это. Никому не нравится. Черт! Наш чувак. Ногу оторвало. Шут, грудь пробило. Что с Ацтеком? Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю. Но сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не Ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно, воздайте почести и идите. Встречаемся на месте. Да, костюм не надо утилизировать, а то его ж ведь найдут. Сэр?
Оставить его тут висеть? Никак нет. Я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Согласимся. Черт. Никогда не привыкну. Адью, амиго. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номад, отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, пророк. Так, прибудьте в зону высадки. Игра сохранена. Что за чертовщина? Где? Так, прибудьте в зону высадки. О, что там? Так, армия КНДР оккупировала остров Филиппинское море. Доктор Розенталь и четверо американских археологов захвачены в заложники. Ваша задача — освободить всех пятерых. Ты почему еще здесь? Вперед! Куда вперед? Подожди-ка, впереди какое-то движение. Включи маскировку. Маскировка. Ой. Маскировка активирована. Кого откуда снять? Это чувак или тень? Это тень. Ага, маскировка. Достаточно энергии. Имеет свойство быстро заканчиваться. Что там еще кто? А, вот. Какой же я тебя противник? Я друг. Наверное. Так, патроны нам всегда пригодятся, да? Вот это то, что автомат поднимают. Такая себе анимация. Ну, я имею в виду, я еще не беру автомат, я же только боеприпасы. Ясно, пророк. Найди и отключи глушилку. Максимум брони. А я еще когда бегу, он еще быстро энергию теряет. Ну вообще. Так, что у меня вот это две цели появилось теперь? Так, там же я не пройду вроде как. Игра сохранена. Так, бинокль. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. Похоже, таки да. Ничего себе. Истребители всяко разные. Там кого стреляют? Так, соберись. Энергии у него недостаточно. К тебе идут войска противника. Ну да, такое себе удовольствие. Что там шевелится? О, вот курочки какие-то бегают. Чего у него не попадает? А если попадает, то не убивает. Говорит, тебе идут войска противника. Я вот прям сказочно рад. Что, типа на него упало, и он все тут? Прикольно. Что-то пацаны не сильно великие снайперы. Кореянцы. Так ведь разжигают такими играми межнациональную вражду. Хотя, опять же, если это северные кореянцы, то они в нее не то что не поиграют, не увидят даже ее никогда.
Так, глушилку уничтожить, да? Как тебя уничтожить? Ух ты ж! Отлично! Система заработала. Иди на место высадки. Кто ж думал, что она так сработает? Достаточно энергии. Не, ну я же в тебя попадаю. Чё ты не умираешь? Странный чувак. Я могу вот этим чудо-машиной воспользоваться. О, да смотри, сразу же снес пацана. Где ты там взрываешься? Хорош. Так, ладно, ребята, на этом серию закончим. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.